В рамках акции «Подросток. Закон. Безопасность» полицейские Южно-Казахстанской области организовали для учащихся старших классов школ и студентов колледжей экскурсии в учреждения органов внутренних дел, музей ДВД и другие мероприятия. Огромный интерес у молодого поколения вызвало посещение музея Департамента внутренних дел области, организованное Аль-Фарабийским отделом полиции. Вот такими электронными устройствами пользовались еще 15-20 лет назад. Сейчас уже трудно представить, что диктофон занимает целый чемодан, а телефон не помещается в кармане. Подростки остались очень довольны контактом с полицией. Сами же полицейские, в свою очередь, надеются, что благодаря такому знакомству смогут не только укрепить положительный имидж службы в глазах молодежи, но и добьются снижения подростковых правонарушений. В течение 3 дней проводилась акция «Подросток. Закон. Безопасность». Нам удалось достичь намеченных целей. Однако работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних будет продолжаться и дальше. Подобные мероприятия провели и другие отделы полиции города и области.